Данное видео не содержит призывов к противоправным действиям и создано лишь с целью доказать уязвимость современных дронов для относительно примитивного оружия. Сегодня на канале City Tank вы узнаете целых три способа, как сбить современный беспилотник, один из которых даже был применен в бою. Для начала давайте определимся, что является основным преимуществом современных летающих дронов. Это высота и дальность применения. Другими словами, возможность нанесения удара, не входя в зону поражения современных ПЗРК и других зенитных средств пехоты. Как же свести данное преимущество на нет? Правильно, увеличить дальность поражения зенитных средств пехоты. И тут на сцену выходят йеменские хуситы со способом номер один, а именно взять авиационную ракету большего радиуса действия и, подключив к тепловизору, отработать по дрону с самодельной пусковой установки, установленной на земле. То есть тепловизор обнаруживает цель, а ракета воздух-воздух, предположительно Р-73 от МиГ-29, своей инфракрасной ГСН захватывает цель и, стартовав с земли, наводится на беспилотник, как обычная ракета ПЗРК. Способ номер два ничем не хуже первого. Берем привязной аэростат, это тот самый, который зафиксирован тросом относительно поверхности земли, и устанавливаем на подвесе ПЗРК и тепловизор. Масса полезной нагрузки не превысит 25 килограммов. Электричество и цифровую информацию подаем по проводам параллельно тросу. Что имеем на выходе? Низкая радиолокационная и тепловая заметность, плюс длительное время нахождения в воздухе в одной точке на той же высоте, что и дрон. При том, что сам дрон не имеет зенитного вооружения, а двигатель его является неплохой термоконтрастной целью. И последний, но не по значению, способ номер три. Берем мотопланер или одноместный легкомоторный самолет. Устанавливаем все те же тепловизор и ПЗРК. Тепловизор желательно французский от компании HGH, модель Spinel X, так как он дает обзор 360 градусов. ПЗРК желательно верба располагаем не на пилоне, а поперек фюзеляжа. Набираем максимально возможную высоту, подлетаем к линии соприкосновения с противником, глушим двигатель и, плавно снижаясь вдоль границы, мониторим беспилотники. Это были все плюшки на сегодня. Хотите увидеть больше? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!